В Самарканде прошла конференция на тему «Соя в производстве кормов». Мероприятие открыл Крис Эндрю, региональный координатор соевой ассоциации из Миннесоты, США. В своем приветственном обращении господин Эндрю подчеркнул, что это первый семинар, проводимый их организацией в Узбекистане, и что целью мероприятия является расширение деятельности в данной области на мировом уровне. Продовольственная безопасность страны очень важна в данный момент, исходя из текущей сложившейся ситуации в мире. В этой связи увеличение производства кормов поспособствует увеличению производства пищевой продукции и созданию новых рабочих мест, а также приток иностранных инвестиций в агросектор страны. Это наш первый семинар в Узбекистане. Мы занимаемся трансфером технологий, которые имеют отношение к производству и переработке соевой продукции. Первое – это переработка соевого сырья, измельчение, производство соевого шрота, подготовка кормов для птицефабрик. Также общий анализ маркетинга и подготовка разных соевых продукций для пищевых компонентов. Сейчас мы хотим расширить нашу деятельность, так как наша организация очень опытна. На рынке мы уже более 100 лет. Мы видим потенциал Узбекистана именно в этой отрасли. На конференции выступил Григорий Комник, который рассказал о технологии и оборудовании для сухой экструзии компании «Инстрапро». Он представил идею использования сухой экструзии бобов, сои в птицеводстве. Спикер подчеркнул преимущества этой техники и ее влияние на качество кормов. Организация, занимающаяся трансфером технологий, связанных с производством и переработкой сои, представила на конференции ряд технологий и методов, включая переработку соевого сырья, производство соевого шрота и подготовку кормов для птицеводства. На рынке находится уже более 50 лет. Мы продаем оборудование более чем 100 стран мира. Сегодня мы здесь на мероприятии, которое организовано организация Миннесота Сой, для того, чтобы познакомить представителей комбикормовой промышленности, перерабатывающей промышленности Узбекистана с новыми технологиями в области переработки сои и других культур. Западные коллеги уверены в перспективе развития соевой промышленности в Узбекистане и отметили, что их организация, имеющая опыт работы с такими странами, как Турция и Египет, видит большие возможности сотрудничества. Был приведен пример партнерства с Египтом, после которого импорт соевых бобов в эту страну вырос до 7 миллионов тонн в год. Это стимулировало развитие молочной, животноводческой и рыбной промышленности, а также птицеводства. Организаторы выразили надежду на то, что Узбекистан также сможет воспользоваться схожими возможностями. В этом мероприятии наша роль – это представить нашу компанию «Витеру». Мероприятие очень хорошо организовано, мы были рады в этом участвовать. Мы будем и далее участвовать в таких мероприятиях, организованных не только другими странами и ассоциациями, но и своими же ассоциациями в Узбекистане. Мы будем рады предоставить все возможности для узбекских клиентов покупать дешево и безопасно соевый шрот для производства кормов. Мероприятие привлекло представителей отрасли, зоотехников и специалистов исследовательских и производственных компаний. Конференция стала площадкой для обмена опытом и новыми идеями. Участники конференции оценили ее значимость и выразили интерес к дальнейшему сотрудничеству. Организация планирует проводить больше подобных семинаров, привлекать зарубежных технических экспертов для обмена опытом и поддерживать долгосрочное партнерство с Узбекистаном в области развития соевой промышленности.